Напомню, сегодня Нурсултан Назарбаев принял участие в праздничном концерте, посвященном Дню независимости, и поздравил всех казахстанцев с этим днем. А сегодня Касым-Жомарт Токаев принял Розу Рымбаеву. Она даст сольные концерты во всех областях Казахстана в честь 45-летия ее творческой деятельности. О творческих планах народная артистка Казахстана рассказала президенту республики. Собеседники обсудили развитие культуры в стране. Певица также поделилась планами по созданию культурного центра, деятельность которого будет направлена на поддержку талантливых молодых музыкантов. Глава государства поздравил Розу Рымбаеву с присуждением звания Казахстанным ЕМБЕ КРА и пожелал ей дальнейших творческих успехов.